Итак, как настроить уровень громкости микрофона? Ну, как говорится, к сожалению, только ручками. Значит, смотрим. Здесь вот у меня имеется, скажем так, регулятор громкости. Его можно найти вот здесь. Завести здесь по-английски три буковки буквально. Sound, и он уже sound этот находит. Идете на input, то есть на вход. И вот у меня где-то вот как раз стоит на 75%. Теперь дальше нюанс. Вот я еще один запущу. Simple Screen Recorder. Вот так вот. Так вот, смотрим. Это вот мои настройки. Я, значит, профиль создал, сохранил его. У меня работает только Альса. Пульс аудио и джек у меня вообще не работает. Пульс аудио вообще звука нет, а джек выдает ошибку там при попытке записи. В качестве источника, значит, у меня работает только источник по умолчанию, дефолт. А остальные три ниже перечисленных не работают. Дальше. Значит, ну, я выбрал профиль YouTube. Затем, значит, ну вот, выбрал, допустим, название Light. Вот на него сейчас идет запись, имя файлика. Значит, контейнер MP4, кодек самый последний, вот хороший считается, H264. Их тут много, но вот этот считается одним из лучших. Значит, аудиокодек у меня, значит, MP3 и битрейт 128. Вот с этими настройками, значит, я сейчас вот практически и записываю этот видеоролик. Теперь посмотрим, значит, как. Значит, программа Simple Screen Recorder вы берете. И вот, допустим, сначала пробуйте на 50%. Можете сделать вот, поставить на 75%, но вот лично у меня на 75% появляются посторонние шумы. А вот где-то на 50%, ну, чуть-чуть, может быть, там побольше, вот, но, по крайней мере, у меня все нормально. Как я настраивал? Чтобы, значит, уровень громкости динамиков был 50%. Вот, 50%. То есть, чтобы не на полную было включено, и в то же время, чтобы было слышно. Да и здесь видно, что 50%. Значит, вот делается таким образом запись программы Simple Screen Recorder. И затем, значит, этот ролик, значит, просматриваете. Если, как говорится, вас удовлетворяют ваши настройки, ну, тогда, значит, и нормально все. Значит, мне надо как-то сейчас остановить и сделать одновременно другую запись, да? Ну хорошо, так вот, наверное, и сделаем, чтобы я покажу, как проверять при помощи видеопроигрывателя все эти дела. Значит, я сейчас запускаю еще один видеопроигрыватель. То есть вот все то же самое идет. Даже название файлов, ну, отличаются они по времени. Вот здесь я сейчас делаю перерыв. Вот я сделал здесь паузу. Теперь, значит, я сохраню, что только что записал. И могу даже, как говорится, и выйти. И сейчас вот этот файлик, который мы сохранили, мы его, значит, посмотрим. Вот он. Итак, как настроить уровень громкости микрофона? Ну, как говорится, к сожалению, только ручками. Значит, смотрим.
Здесь вот у меня есть... И при помощи программы, значит, вот звука. И затем, значит, вот этот видеоролик вы начинаете проигрывать и смотреть. Допустим, где у вас лучше работает, на 50, там, допустим, там, на 75 или на 100. А может быть, вам надо вообще там 25. А уровень выходной громкости старайтесь сделать на 50, это я считаю так. Вот, по крайней мере, таким образом я вот свой микрофон и настроил.